Воу! Нет, куда ты едешь-то? Подожди, Жека. Налево. Та-т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 а. Видите, на радаре мы поднимаемся. Да. Как далеко? Вы остановитесь там на месте, постойте, мы сейчас вас подберем. Только я не уверен, конечно, что мы на машине. А, там сватовец аккуратненько. Да фиг с ним. А не, он пробежал. Интересно, как быстро вы бежите? Наверное, эта тарахтелка едет так же, как и... Я просто я вообще на самый верх практически. Да, я на самый верх. Только я, правда, не знаю, как... Как мы потом будем машину туда загонять. Там же лестница, там вот на мотоциклах только. Да. Отличная тачка. Вообще в натуре отличная. Вообще я был Леон. Что? Да типа он пишет, я вот Леон. Так. Спокойно. Ты там куда убежал-то? Стоять! Ну тут что-то бесконечности, так что. Не говори, я вот тоже уже башка кружится. А сзади нихуя, это чё вообще этот, как его, блядь? Скуби-Ду, блядь. Я тоже попробую, это третий, сможешь сюда залезть? Да можно, вот втроём-то сюда можно залезть. Давай залезь. Я вам нормально тачку вообще поеду. Тебе чё, Скуби-Ду не нравится, что ли? Вы наркоманы ебаны. Так, нет, это походу печально на самом деле. Надо сюда на самом деле с мотоциклами. Там, по-моему, на два этажа ниже что ли есть нормальный трамплин. Ну, мы с него ничего не поимеем. Ну, блин, мне эта машина, мне чисто уже покататься хочется на ней, знаешь. Это здесь, короче, была. Да, 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 пониже, по-моему, еще. Павел ушел. Павел, я вызываю Павла. Павла, приди. Я даже, кажется, слышу. Я слышу каст. Блядь, и мусора приехали. Да похуй. Писмен. Только мир. А вот и трамплинч. Нет, 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 нет. Это что? Это же машина по хардкору. Мы не должны просто так с ней расстаться. Вот и все. Мусор что сейчас? Мусор приедет. Ну мусор чё, мусор сейчас как приехал, так уехал. Или как отъехал, знаешь, одно другому не мешает. Ладно, в принципе, и так пойдет. Если что, будем просто тыл крыть. Нет, ты мне деньги сначала дай. А, ну да, точно. Ну, вставайте на продажу, деньги, знаете, кто-нибудь. Лёва, Лёва. Ау. Всё, я появился, ну всё, я так, сейчас, стой здесь, Калачиваю какого-то типа, блядь, дебил, зарабатываю звезды. Отлично. Так, смотри, я покупаю у тебя снайперские винтовки и еще куплю у тебя М4. И вот теперь раскидывай эти денежки между нашими пареньками, а я поехал за Пахой. Едь за мной, тут типа какого-то серьезного в комнате. Дай бог, я не перевернусь, скотина такая. Спасибо, Господи, ты слышал мои молитвы. Ты че так мало-то? Подожди, я распределяю. Эй! Мактрахер, садись быстрее! Нифига ты на чем подъехал, на серьезно какой-то машине. А ты че этого фиолетового угробил, что ли? Ага. Молодец. Так. Ну, мы, короче, немножко не по плану. Там, куда мы хотели попасть, там на самом деле на мотоцикле нужно было пробираться. Это три мотоцикла. Пока поднимайся, подожди это. А ты уже всех спустил? Да, я уже, ну как спустил? Поднял. Ну, спускай, пока меня сейчас, секунду, подожди, я забыл кое-что сделать. Ну ты кушай, кушай, не отвлекайся. Лишь бы он сейчас не подорвался, когда я буду там спускаться. Можно я стрельну в кого-нибудь? Можно, уже можете начинать веселиться, только не упадите с края. Окей. А чё тут лечь-то как... О, погоди, прикинь, место, короче, я чё за дерьмо? А чё, типа, один ствол только можно купить, что ли? Тебе денег-то сколько? Тебе не хватило, наверное, просто. Нет, я купил, короче, снайпу, а потом купил этот... ружьё. И всё, у меня теперь одно ружьё, блядь. Блин, тарантайка заглохла. Ну ладно. Это... Ты чё вылез?
А мы все приехали. Так, а ты уже спустился? О, ну точно. Паха, можно тебе в голову стрелять? Только один раз. Жека, ты-то что там задумал такое? Не надо. Все подрисовали все по там. Так, о, нету тут душ какая-то. Не, вон, смотрите, вон там. Так, смотрите, короче, аккуратно по карнизу вот здесь вот так. Тоси-боси. Так, аккуратно, только не упадите. И вот отсюда можно спокойно отстреливать всех. Зачем? Зачем? Лёва, продавай мне пушку. Я тебя сейчас задавлю за это. Не гони. Спокойно, ребята. Так, не надо мне. Лёва, продавай мне пушку. Нужно, чтобы все шло по плану. Все идет по плану. Скиньте мне кто-нибудь денег, у меня опять 3000. Продай мне оружие. Жека, вылезай, купи снайперку и давай фигач по мирным гражданам. Стань продавать. Да, мне надо тоже, короче, снайперку. А вы что, не снайперки покупали? Я купил, говорю, снайперку, а потом купил ружье. Я думал, они вместе будут. А я не знал, даже я не знал, я забыл, видать. Ну да, собственно. Нига, Мактрахер, вставай на продажу, я тебе дам денег немного. А, сейчас подожди. А хотя нет, ладно, да я тебя так кину. О, мусор, пацаны продавается, ему вообще пизда почти что настала. Ну они сейчас. Блять, я сейчас чуть не упал нахуй. Вы аккуратнее с этим. Уиллы аккуратно. Акума. Вот все деньги есть. Отлично. Ты кушай, дружок, не отвлекайся. Угу. Кому Егор там кидаешь? Там мент. Где? Лео, вставай на продажу. Давай, так, если что. Так. А я тебе снайперочку куплю. Винта укокошил. Нифига, смотри, как свет меняется. Вау. Смотри, куда я забрался. Светом. Да, у меня все, патроны кончились. Все, взял 60 патронов со снайперки, все, я пошел. Пацаны, дайте мне снайперку купить. А у меня денег не хватит, там она 4 рубля стоит. Ну, блин, ты... Не, все, хватит у меня, все нормально. Во-во-во. Если ладно. Что, я буду пасти тыл, чтобы они на нас... А как патроны на снайперку это такие? Кстати говоря, они могут на вертолете примчать, и я буду кричать воздух, ну или вспышка свыше. Вспышка свыше, да. Там вообще братва сидит. Лёва, дай мне денег. Тебе денег надо? Сейчас кину, так, денег, подожди, я не хочу их. Кинг. Кинг. А, вот, все. Король Егорка. Да. Держи тебе горка. Горку денег. Сука, тут что-то пацаны мусоров дохуя вообще. Займись. По кругу. Да они сейчас съебываются. А, не, они съебываются, давай, езжай сюда. Не, ну мы тут, конечно, вообще дико палим находим. Не упадите, ради бога, потому что это пешочком тут бежать так вообще. Да, так. Нормально, мы же забежали. Ну ладно, теперь пришло время веселиться. Let's go fun. Потихоньку, только никого не столкните вниз. Мактрахер, давай продвигайся дальше. Так, я не понял, а где... Все, некуда больше. Так, ну ладно, нормально. Так, вот этот вот вообще... О, нихуя, я сейчас на эту железу пойму. А, он не залазит. Так, походу, знаете, я уже знаю, куда этот чувак намылился. А может и нет. Все, я залез. А, зайди. Так, я боюсь, если что, вот, чтобы друг друга не столкнуть, блин. Это же внизу сразу удаляй. Минус здоровья, если не умер, то там чувак какой-нибудь. Я вообще на раз в тачку залез. Так убивать здесь некого. Где кто? А, блядь. Все, ему колеса пробил. Давайте переходим. К плану Б. А че он съебался, прикинь? Да вон он. А, вижу новую. Отлично. А, убежал. Ну-ка, вторая точка. Вот там пацаны на тачке прорываются. На желтый. На охуевший, прикинь. Никто не упал? Нет. Вас всех контролить надо потихоньку, чтобы... Там тачка желтая, охуевшая, ей, давайте ее ебашим. Бля. По нам кто-то стреляет, что ли? Так, снизу. Ой-ой-ой, по мне тоже, я, короче, ухожу, у меня жизнь... А нет, черт, фейл, я сам зафейлил, упал. Так,
Ну это ничего страшного, ребята, ждите. Там пацаны, вот... поставьте кто-нибудь этот ебать, мне надо. Ментовской беспредел. Долбаная машина. Че, на машину нельзя сверху запрыгнуть? Можно, я же запрыгивал. Вот, о, вот, я мусора завалил, это круто. Отлично, я того типа мусора завалил, я прям спрыгнул, как герой. О, ты запрыгнул? О, хуя, тебя подсадил, что ли? Нет. Знаете что, я вам сейчас, наверное, буду... Хотя нет. Сам вроде через shift. Нет, я передумал, это плохая мысль. Так, свалился. Хотел зайти за пилота и вас с вертолета. Машину подвиньте. Сейчас. Ух, мне бы сейчас здоровиться. Был бы какой-нибудь класс лекарь, пекарь, блин, я не знаю. Но хотя бы, да, какой-нибудь прист. Слесарь, пекарь, ёбарь, аптекарь. По-любому пекарем бы играл. Сзади заходи, да, вот отсюда запрыгивай. Так, ты что, за мной смотришь, что ли? Ты Че, Тоха, тебе руку пожать? Ой, подать? Да, пожми мне руку. Охуеть. Подержись за дедушку. Вы что, запрыгнули туда? Вау, нифига вы молодцы. Я думал, туда можно запрыгнуть только с помощью мотоцикла, если сверху спрыгнуть. Почему он не запрыгивает у меня? Боком чуть-чуть прыгни. А где белая машина? Вову, белую бы лучше подогнали в таком случае. Так, секундочку, что там у нас? Беспредел как. Все, у меня, пацаны, патроны закончились. У меня уже недавно закончились. Так. Да, ну. Что за хуйня, как? Ну-ка иди сюда, мать твою. Ой, я его ранил. Отстрелю нафиг. Машину бы еще отогнать, чтоб не запрыгивай. Как он бегает, а? Слушай, по-моему, да, у него и ник его. Что за хуйня? А кто угнал-то, паха? Ты что ли? Ничего не угонял. Оп. Куда тачка делать? Прикиньте, тачка исчезла. Здорово. Какая? А, ее отозвали, видать. Блин, это фигово, потому что я-то не добрался. Ну ладно, я хоть тыл буду крыть, если что. Блин, это... чувак живучий убежал, а? Паха, ты поставь продажу. Ну. А вот и не убежит. А вот там и... дальше можно пробежать, так неплохо. Это куда попало, вот он. Вот здесь. Отлично, прицельно просто. А, у меня патроны кончились, ребят. Так, ну-ка, ставьте это чё? Машину вон ту. Сейчас подставлю. Вот она-то точно не исчезнет. Вон, иди, паха там поставил это. Покупай. Нига Мактрахер. Так, тебе что? О, мне патроны давай. А как патрон называется на нее? Снайпер. Оружие, то же самое. Нет, это просто тоже... снайпер и все. Угу. По 20 патронов. Окей. Кому еще что, если что? Смотрите, там прорывается. Давайте-ка это. Если что, у меня М-ки есть. Так. О, тут охуенно, все вот так вот засел на туре как снайпер. Давай я. Знаете, такой. Это атмосфера такая расслабляющая, дружеская. Ух ты, нифига, реально смотрю на тебя сейчас такой. Так, это кто у нас тут кто? Это я. Ты смотри. Я упал, слушай. А, надо здоровье потом как-нибудь пополнить. Блин, реально был бы аптекарь какой-нибудь. Если никто покупать не будет. А, чё? Продайте мне хотя бы. Лё, давай. Давай. Так, а кто там сзади тебя бежал, не помнишь? Так, кажется... чё у меня? Ты зачем упал-то? Ой, я подумал, у меня всё, у меня нетворк. А, ну нетворк. Нетворк. Знаете, я, кажется, понял, из-за чего нетворк траблы возникают. Это... Из-за американцев. Гора, ставь на продажу. Видите, сейчас. Белая машина исчезла, значит они... Это респ автомобилей по откату. Мне кажется, это просто респ какой-нибудь, ну вообще как типа этот. Везите тачку. Куда он поехал? Кто там наверху, блин, я не знаю. Ладно, забил на него пока что. Так, ты у нас тут что, пасешь потихоньку? Ну тут особо не живой райончик. Вон ту точку обычно пасут, потому что там респаунятся мертвые. Какую? Куда ты побежал? Где дискетка? Вон там. Ну там сейчас никого нет. Тихо тут, глухо как в аду. Глухо, тихо, черная полоса. Стал расчетливее из-за кризиса. Не ебу дочь богатого отца зайца, просто когда в тепле два яйца. Барабанная дробь. Глухо, тихо, и никого не видно. Ну, по крайней мере, мы все живы.
Это уже хорошо. Да. Особенно мне нравится Жека, как он там стоит. Просто гангстера изображает. Просто стоит, пацан. Просто за воздухом следит, если что. Чтобы вспышки свыше не было. Там дальше-то нифига пробежать можно вообще. Да, мы вот оттуда-то как раз и на... Опаньки. Опаньки. Кто там? Копы? Копы. Опы. 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 Что, никуда убежали? Они возвращаются, возвращаются, давайте так. Вообще яу. Вон еще один. Нифига. Блять, они нихуя не возвращаются. Надо по колесам. Опа, я шмальню сейчас. Так, сейчас они... Я буду по колесам стрелять, если что, сэмочки. Оу, е. Ага, оранжевый двигается. Слуги, оранжевый. Оранжевый такой. Сразу шепанул. Это по рейнджер, походу. Батя, он танцует. Вообще. О, встал вообще. Просто. Берегись! Он, прикинь, нас стрелил. Прикинь, меня убил. Да? А-а-а! У нас потери! Я упал. Минус еще один. А, не, я живой. Я живой. Ты будешь жить! Ты будешь жить! По сердцу ему! Это. Ну да, и по яйцам тоже можно. Мусора, пацаны. Опаньки, сзади! Кто это был? Это чё, я убил Эминема! Я убил рэпера! Чуваки! Что мне? Машинку ставьте, машинку. Что мне за это будет? Я убил рэпера, чуваки. Мне кажется, это плохо. Я сейчас мусора, короче, приведу к вам, стрелять, отстреливать его. Мне пофиг, я играю. Не везет. Ну вы объясните, а чё, только я один умер, да? Нет, я спрыгнул, упал. Пацаны, отстреливайте мусора, со мной бегает. Так, давай. Я-то уже такое видел. Так, бегай, постарай. О, меня убили, прикиньте, 56 патронов было, обалдеть. Не. Сына, я сейчас сяду. Не. Да, я сел. Не. Я мертвый. Сел. Зачем ты сел-то?